Привет. Привет. Всем привет. В нашей секте, короче, прибыла. Это вот наши новенькие участники, которые еще не посвящены этой горой. Вот. Взгляните на их бодрые лица. Встретимся наверху. Вон наша команда. Из трех человек плюс я. Тут вышел, прошел небольшой дождь. Мы поднимаемся вон на ту гору. Гора Бештау. Передавайте привет. Заберите меня. Бля, еще спуститься надо. Не спускаться полегче. Да я думаю, что это не так. Даже по мужику было. Не, ну там скотч пойдет. Ребята, да не забивайте себе голову всякой ерунду. Сидите, пока идете. Да? Привал. Каждый развлекается как может. Серега не теряет времени. Поднимается на скалы. Ваши комментарии. Зря я решил сюда сходить. Можно сдохнуть. Поднимайтесь, ребята. Будьте здоровыми, всем удачи. Тут какие-то безымянные скалы. А мои товарищи остались внизу. Не захотели почему-то сюда подниматься. Да, Никита вообще на слабоне с сигареткой. Мне бы хоть здоровья ваше. Еще пендри надавал. Я уже мог. Все, уже готовы, все, вошли. Да, тебя ждали. А, я понял, давай. Гоу, гоу, гоу. Косолапьте ноги. Да ну, я на этот хрен поднимусь. Да, да. Что, берсерки, давайте в Волгалу! Вперед! Я-то не вижу улыбки на ваших лицах! Где боевой дух? Я немножко вспотел. Слегонца, да, есть? На двух палках. На четырех ногах. Или ты у него похоже? По-моему, мы тоже. Слишком я себя таким считаю. Я пошел сюда. Зато потом будешь рассказывать. Слушай, а тут пушка-то какая-то знакомая. Или я ошибаюсь? Ну, может, ты там был, не знаю. Но это в Лермонтове. Это в Лермонт? Да. На Пятигорске. С другой стороны.
Да. Надо подняться, обойти. Бля, еще понял. Вчера что-то выглядывал в окно. У нас пары у этого были. Как его? Замдиректора, по-моему, да? Кожевника. Кожевника. Что-то в окошко так смотрю. Или сегодня утром. Не, сегодня утром, понял? Ага. В окно смотрю у себя с комнаты. Как раз смотрю, я не помню, я или на Машук смотрел, или на Виштал. Помню, то, что гора и в тумане вот верхушка. Думаю, блин, обалденно там, наверное. У нас сейчас так душно было. Думаю, бля, как в комнате обалденно. А сейчас думаешь, да? Не, ну так бы я не понял этого. Ну да. Просто, Ян, ты не видел сам, чтобы не забили голову. Я забыл. Машук, там вроде и удобно, но здесь же. После этого Машук сказка. Ты так не считаешь? Не, мне кажется, здесь круче всего. Не-не-не, Машук нормально. Ты там даже спускаясь можешь бежать. Я могу бежать. Спускаясь. Машук здравая тема, да? Да. А здесь бы спуститься вообще. Вот мы и на вершине. Что, ребята, как ваше ощущение после подъема? Ахуеть. Пойдем вон там сними. Никаких людей спрашиваешь. Сейчас пойдем найдем Виктора. Давайте за него поболеем. Там туда дальше. Как твои ощущения после подъема? Честно, думал, посадься нахуй. Заметил мужчину, он показал свою фотку двухлетней давности. Там такой толстенький, килограмм на 130. Сейчас 75 килограмм. Мужичок стройный, он говорит. Первый раз тоже слал всех куда подальше. А сейчас хорошо. Спорт, здоровье. Ну а твои мысли? Я здесь в командировке. Так что пошел. Понятно все. Это были откровения нашего коллеги. Ну вот, ну я думаю, что он изменит свое мнение, потому что, ну, вот эта красота, она просто завораживает. Вот дузана. Вот что главное, что это? Трезвый мы тут все, я не знаю, что с нас вообще поперся трезвый. Алло. Алло. Алло, это я. Алло. Алло, алло, это МРСК. Прямое включение. Сейчас будем ставить опоры ВЛ 110 кВт. Прямо сюда, через эту гору, передавать энергию по проводам. Вот в это вот место. Хорошо, давай. Зажарим, так сказать, гору. Будем жарить мясо на них, на этих кусках, на проводах. И кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники мы, и с высоты вам шлем привет. За ваше здоровье. Нам это не стоит, это бутылки рок взять с собой. Смотри, сейчас, чтобы эти фигурки не пропускали.
Кто? Я командую. Щиколотки. А ты меня всего искусают. У меня футболка мокрая, она вообще неприятная. У меня, кстати, не кусают. Ну меня... вот, падла. Если бы его там не покусали. Меня вон всего искусали. Гады. Нет, это тут он без майки, видишь? Чо? Да в майке ему хуже было, чем так. Он сейчас их не оденет в ту майку. Прямое включение МРСК Северного Кавказа спускается с горы Бештау. Мы идем по их следам. Нас никто не заметит. Крадемся. Прячемся за кустом. Оп, вылезли. Оп. Тихо. Это, наверное, он про меня. Вот он вид этот. 4К качество, да, заявленное? Холодно! Немножечко. Ну что, племя, там букан? Где ваши силы? Да тебя ждем же. Бля. Гоу! Оставайте ногу! Бля, надо тут пальцы, бля. Нога сейчас лежает вперед. Пальцы слева. Я потом буду смотреть, думаю. Поднимался. Есть вода? Не, откуда вода? Нет, закрытие есть, нет? Да, есть. Хочешь, достану, не снимаю. Давай. Кстати, Серег, ты не тоже... Не снимай рюкзака. Бля, выкрали воду. Вот это палка, да? Вещь. Я сразу думал, а не, нужно как-то подлиннее, поудобнее. Не, а что, на это самое... На подъем короткая, как раз. А спускаться нормально с ней? Или надо бы подлиннее, ну, да? Можно и подлиннее, но я к этой уже привык. Пойдет. Лучше уже привыкся, чем, блин, потом не знаешь, чего она. Это подъем выдержал, думаю. Проверено, да? Да, проверенное временем. Не, я это не хочу. Да, я не, уже нормально. Не-не-не. Да не-не-не. А, ты это имел в виду жопа? 200 метров? Да. Надо будет скатиться. А по траве что сажать? По траве? Не знаешь куда и подскользнуться можно. Да не, ну можно, ну там вон видишь, можно по траве, наверное, взять. Рыцари МРСК. Так, тихо. Это что за... Ребята, ну а сна. Я мак... Ну, наверное, я макаси, блин. Продолжай съемку, сейчас вообще тут какие-то это начнутся. Ну, вас нафиг. Мне... Как бы хочется домой вернуться. Думаю, бля, хотя бы это был Никита, потому что его-то я поймаю, и может быть мы остановимся. Видите, блин, то, блядь, я его не остановлю. Полетим вместе. А если, прикинь, Витя падает, и мы все толпой на меня, короче.
Да нет, чё вы. Витёк ещё тот. Блядь. Ой. Всё, пацаны уходят в ночь. Давайте идите, чё вы встали. Мы этого знали. Кажется, мы завершили наш подъем. Да ничего не надо. Не надо. Мы завершили наш подъем. Вот эти лица. А можно сделать как-то это поменьше? Вот так нормально. Слушай, ты светишь грудиной, нормально. Не-не, вот так вот точно говоря. Глаз, блин. Ух ты. Ну, короче, мы закончили наш подъем. О, ништяк. Вот. Все прошло отлично. У многих, никто не пострадал. Да, у многих даже изменилось мнение. Вот. Да. Давайте услышим мнение новичков. Мне очень понравилось. Очень. Еще да. Придете? Будет время, да, поднимусь. Зайду, забегу на огонек. Да. Так, ну хотелось бы услышать мнение Виктора. Все-таки он у нас как бы... А самый такой отстающий? Не отстающий, а он ушел туда одним человеком. А вернулся, мне другим. Кажется, совершенно другим, да. Ну, да, понравилось. Подождите, чувства совсем такие разные, я сказал бы. Ты идешь, поднимаешься. Да нахуй, я лучше бы полежал. Спускаешься, вот спустился, все нормально. Блин, да кайфово, отличный день. Запомнилось. Спасибо. Спасибо за откровенность. Вот. Ну и Паша, пару слов от тебя. Все было супер. Рекомендую. Давай. Так, экскурсовод Сережа проведет вас самым лучшим маршрутом. Увидите разнотравье, альпийские луга, скалы, как они называются? Орлиные скалы. Козьи скалы. Подниметесь на Малый Тау, Большой Тау, даже не вспотеете. При Сереже не вспотеете. Короче, приезжайте к нам на КМВ, у нас тут весело.